Я в Смоленской области оказался на месте убийства полковника СОБРа и его семьи. Товарищ генерал, я прошу оказать содействие, хотел бы вести это дело. У нас уже целая подборка аналогичных висяков. То есть убийство с точно таким же почерком происходит в трех областях уже несколько лет, но никого не нашли. Убитых ранили из ружей, а потом добивали ножами. Убийство совершено с особой жестокостью. Это не просто ограбление. Со своего карабина сотри следы, а этих оттащим в лес, завали ветками. Товарищ генерал, я убежден, это дело рук одной банды. Точно так же, как это было в Смоленской, Брянской и Тверской области. Но все аналогичные дела превращаются в висяки, потому что их никто не объединяет. Я понимаю, куда ты клонишь, но руководство не даст нам ходу. Главную зовут Инга. При ней дочка Света. Она справилась с ними без сожаления. Похоже, она получает от этого удовольствие. Вы все равно никого не поймаете. Одна толка мне. А что в фургоне? Смотрите. Хитрая продуманная сука. Начинаем шторм. Кто-то помог. Нас опередили. Объявляйте план перехват. Проверяйте все дворы, все дороги, каждую машину. Ну чтоб тебя! Банда Амазона. Че это? Банда моя. Этих поймали. Меня хрен поймаешь.